Выкрыть узровень пожарной небеспеки, обвешанной у Прынемани. Готовится решение об надании лесам в области 4 класса по шкале рызыки узникнения узгорания рослинности. Коли на дворе истотно не изменится, у регионе будет уведена часовая заборона на наведывание лесных массивов и торфянников. На этот час по всей области узмоцнено дежурство подразделение у державной лесной оховы. Задейничаны сродки видео и фотофиксации. По словам специалистов, только такие радикальные меры позволяют уменьшить вероятность пожаров, причиной яких человеческий фактор. На данный момент уже зафиксировано 5 буйных лесных пожаров на огульной площади амаль 16 гектаров. Дякуючи документальным доказам с фотокамер, амаль у кожным выпадку виновные были притягнуты до административной отказности. Самый крупный пожар на сегодняшний день – это Щучинский район, Остринское лесничество Щучинского лесхоза, 9,6 гектар. Во всех случаях пожары удалось локализовать при помощи действующей у нас системы видеонаблюдения. В ряде случаев с помощью фото-видеоловушек устанавливаются виновные. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах установлена административная ответственность в размере до 25 базовых величин. Так званых лясных камер зараз у регионе амаль 5 десятков. Усе яны рухомые. Это значит, усталевываются там, где есть потреба. Уздовж дорог, лясадовых товариствов або местцев отпочинку. Объектив фотопасток с початку года попались 15 порушальников природного законодавства. Сирот оштрафованных браконьеры дрывосеки, аматоры сметить у лясах и нелегальные нарыхтовщики березового соку.